Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Стич. Мы продолжаем проходить Resident Evil 3. Давайте сразу посмотрим, что у нас. Так, мы все выложили. Поэтому пока вот так вот идем. Единственное, что мы изменим, это возьмем пистолет с вами в руки. Зомбаков простых мы будем убивать с помощью него. Дробовик мы тратить не будем. Не будем сами тратить гранатомет на них. Если надо, мы убьем. Если надо взять в руки дробовик, возьмем дробовик. Единственное, что меня напрягает немного, это то, что я еще заметил с прошлой серии. Почему, блин, гранатомет как поражающим действием таким вот не обладает. Допустим, может там у двоих сразу закоцать. Так, один готов. Нет? Нет, лежит. Вставай, родная. Так, ты готова. Ну? Ох ты! Пробегаем. Мальца так получилось. Хм. Решили нас не поджать, как конкретно видели. Ну да, не ожидал, я не ожидал. Ну ладно, этих мы трогать не будем. Пускай живут. Воздухом свежим дышат. Им полезно. Есть кто-нибудь? Нет. Не, никого вроде нет. Это какой-то, видимо, парк, что ли, у нас с вами был, смотрите. Парк, это понятно, что парк, я имею в виду, что какой-то водный, тут какие-то статуи везде стоят. Хм. Блин. Хоть никого нету, блин. Взорвать может ее. Да не, слава богу, что не стал. Тишина, спокойствие. До поры до времени, наверное. Мы, в принципе, мы с вами убили этого червяка-то, я думаю. И ключиком открыли навесной замок. Он нам больше не нужен. Отлично. Сейчас тут, скорее всего, будет сейф-рум очередная. Ну, так-то не похоже. Достаточно длинный у нас сами тут какой-то локация, коридор. Закрадывается такое ощущение, что сейчас тут придется от кого-то бегать, нет? Я ошибаюсь? А если будут какие-нибудь хантеры? Блин, не знаю, давайте все-таки гранатомет возьмем в руку. В руки. Ох ты. Ох ты, сука. Ох ты. Старость, блядь. Так, выбор, выбор, выбор. Ну это что такое? Сука, лети. Не стали мы прыгать. Мы нафиг. Обманули его. Могли вниз прыгнуть, но там опять какие-нибудь червяки какие-нибудь появятся. Ага. Что это такое у нас с вами? Dead Factory. Смертельная фабрика какая-то. Картки, а это может быть карточка, которая у нас с вами есть или нет? Дорогие друзья, как вы считаете? Вот. У нас есть с вами карточка с полицейского участка, но логически, если подумать, Treatment Control Room закрыта.
Интересно. Карлос. Ох ты, Карлос, привет, Jill, чувак. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Я хочу, дорогие друзья, посмотреть, знаете что, инструкция Б это или нет у нас будет, где мы с вами будем изготовлять различно. Вот, вот, магнум. А, чтобы сделать магнуму, нам нужно CCC, Grenade Rounds. А чтобы получить Grenade Round, так, допустим, B плюс C. У нас вообще C, в принципе, нет. У нас есть только A и B, да? Ну, замечательно. A и B, нам что, какой эффект дают? C, наверное. Как вы думаете? Давайте попробуем похимичить, пока мы здесь сами. Я вижу... Я думаю, вы тоже его видите. Я вижу, дорогие друзья, вот этот вот супер баллончик. Первым делом я вижу, что там сверкает еще что-то, но пока хочу баллончик. У нас их два, кстати, будут сами. Как вы думаете, может эта карточка подойти? Ну, эта карточка Stars, как она нам, да, может подойти, согласитесь? Сейчас будем с вами экспериментировать мы. Как самые великие химики, блин. Будем смешивать, как на уроке химии. Вот С, видите, получили. Вот комбинируем. Еще одна С. Вот нам сейчас... нет у нас с вами пороха, кстати, красного, да? Есть Б, кстати, Б вообще достаточно много. А, нет, вон, смотрите, вот красный есть. Отлично, просто замечательно. Мы даже прямо сейчас вот его смешаем. Получим от магнума патрон. Они нам пригодятся с вами, дорогие друзья. Вот она, CCC. Отлично, просто замечательно. Можем еще, кстати, от базуки с вами сделать патрончики. Мы только можем инструкцию прочитать, что нам конкретно, какие надо. Я бы какие-нибудь воспламеняющиеся бы взял бы. Facility Key. Отлично. Так, ну я просто так отсюда не уйду. Тут какая-то, смотрите, бумажка лежит еще. Что это за бумага? Вот она, на краю. Невооруженным глазом ее заметно. Менеджер. Дневник. 25 апреля. Сегодня мой 30-й день рождения. Это был перевод на эту фабрику. А сегодня у меня перевод на эту фабрику. Я очень счастлив, потому что работа здесь высокооплачиваемая. А и жить еще, да, типа в университете, что ли. Ну, это какой-то, видимо, сотрудник. Она была закрыта изнутри. Ладно. Мы откуда вообще пришли-то и куда? Нам надо сюда, да? Мы обязательно сюда пойдем. Но сначала... Нам нужно тут разобраться со всем. Давайте. 24 патрона. Это обалдеть можно. А у нас, блин, магнум. Хватит тут до победного, мне кажется, этого магнума.
Раз. Так, еще есть? Нет, больше нету. На удивление. Вот так вот. Пока выложим весь порох, тогда остатки. Нет, есть. Почему я бы не заметил? Давайте еще тогда комбинируем. Пока можем тоже выложить это все. Хозяйство. Пускай, в принципе, лежит. Не знаю, нужна нам с вами вот эта вот отмычка. Пригодится ли она? Ну надо, блин, дробовик, я думаю, в руки брать нам уже все-таки. Так, магнуму, наверное, выложим пока. Нафиг он нам нужен. Если, не дай бог, там что-то произойдет, тогда, конечно, мы им воспользуемся. Пока мы возьмем ленту с вами. Сделаем сохранение очередное. Еще лента, да? Отлично. 5 штук. Но я не думаю, что карточка Старс сможет подойти на... Это дураку понятно. Она вряд ли подойдет. Shopping District. Запись. Переписываем с вами Shopping District. Я представляю, помню только вашу улицу. Не знаю, Немезида там бегал. Даже вспоминать не буду. Как он уже достал нас, а? Побыстрее бы завалить бы его. Так, ладно. Возвратимся сейчас быстренько назад. Проверим с вами. Все-таки можно ли тут открыть карточку эту дверь. Хотя, конечно, нельзя. Ежу понятно. Все? Ты наелся? Готов. А, мы открыли даже ключом с вами этим. Вон оно что. Нет, конечно, она не подойдет. Ладно, давайте зайдем сюда тогда. Что я могу сказать? Первым делом. Так, дробовик надо брать в руки. Смотрим карту. Тут опять у нас с вами ходы расходятся. Я не знаю, хорошо это или нет. Может, нам все-таки системный диск. Типа МО диск. Это кто? Ученые? Все ходит по цепи. И днем, и ночью. Кот ученый. И днем, и ночью ученый. Ходят вокруг этого стола, мать ваша. Как вас много, блин. Подбираем травку обязательно. Можно даже парочку взять. Соединить их. Как вы думаете, может пока нам один оставить? Одно растение. Нафига оно нам нужно-то, по идее-то? Ах ты, сука! Ах ты, паскудник. Так, мы с вами, дорогие друзья, сейчас быстренько возвратимся назад. Давайте все-таки, пока далеко не ушли никуда, надо вот в эту дверку нам сходить с вами. Посмотреть, что нас тут с вами ждет. Как-никак тут не были.
Сейчас туда убежим, оказывается, что надо тут что-нибудь ставить. Оу. Синяя. Блин, мы же его не сможем смешать. Нет. Нет, смотрите, можно. Хм, я не знал. Так. Что нафиг, мать ваша, загадка тут? Тут опять не пройти, да что ты будешь делать? Надо, видимо, вон тот начало было нам включить. Неправильно мы с вами сделали. Давайте включим. Так, подождем. А, тут вообще не пройти. Тоже нужна карточка. Хм. Как попасть туда? Вот в это вот в чем вопрос. Сука, тут не. Может, а все-таки. Вот ты сволочь, а. Так, нет, нет, нет. Смотрим, что тогда тут делать надо. Что-то я туплю, блин. Вот это что за красную кнопку? Нет, я не буду пока тебе брать растения. А, вон, смотрите, кстати. О, сделали мы сами. Сами того не ведая. Да давай, забегай, красавица. Тут их два, что ли. И чё? И чё, да? Не знаю, чё, давайте попробуем. Даже загадки нам с паром с вами тут решили сделать. Добрались до компьютера, контроль управления. Угу. Открылась какая-то дверька у нас с вами. Просто замечательно. Может быть, это дверь, где мы с вами Facility Key применяли вот в самом начале. Мы не пошли же в ту сторону, а вернулись сюда. Ну, скорее всего, так и есть. Хотя надо определенно вот... А, ну, в принципе, даже, дорогие друзья, не сможем с вами сейчас. Ну, какой-то крюк, смотрите. Однозначно нам надо с вами возвращаться сейчас обратно в ту комнату. Фух, я не знаю, может сохраниться, но все-таки нет, как вы думаете? Давайте сохранимся. Мне не жалко сохранение сейчас использовать, потому что... Кстати, выложим сами вот эту штуку. У нас же с вами там еще зелененькая есть травка по пути, помните? И сохранимся. Точно помню, что будет в конце босс, это такой здоровый червяк, может это Немезида в него превратится. Но мне кажется, нам придется с вами биться, как и во второй части, с Уильям Биркином в трех его вариантах, да.
Первый мы уже победили, Немезидова. Сейчас вот второй его бегает щупать. Если я не прав, или может я прав, оставляйте свои комментарии по этому поводу. Вот так вот мы, наверное, все-таки пойдем. Карточку, да, карточка тоже нам не нужна. Вот так вот, как вы думаете, дорогие друзья? Пытка не пытка. В принципе, аптечек достаточно. Подкормили нам и аптечками под конец. Значит, что-то будет серьезно. Ладно, мы посмотрим. Нам сейчас в первую очередь надо найти какую-то карточку, которая открывает все вот эти двери и лифты. Угу. Вот эту травку взять, наверное, все-таки. Я думаю, возьмем ее сами. Почему бы и нет? Да, вон, заходим. Фух, с Богом. Ух ты. Лифт. Поехали вниз. Ой, не нравится мне эта фабрика. Отлично. Ушатали обоих. Тут ничего у нас не лежит. Так, когда активируется устройство, да, какой-то вот насос, что ли? Блин, это своего рода какая-то, так скажем, подсказка. Вот смотри, одна тварь тут ходит. Так, тут много воды, что ли? Нет. Слить воду, да? Или что у нас тут с вами? А это что такое? Патроны, отлично. Еще патроны. Просто замечательно. Бочка. Бочка. Ну, пока мы тут ничего сделать не можем, поэтому идем дальше. Блин, вообще куда стреляю, непонятно. Одна, что ли, ты осталась, сучка? Блин, все мне это уже чем-то напоминает Resident 2, а? Тут хоть ничего нету, блин. Да нет, вроде нету. Давай выпрыгивай. Выпрыгивай, родная, а? Сука, вцепилась. Не отравила она хоть нас, ничего. На, посмотреть. Нет, нормально. Слава тебе, Господи, а. Стрелочка еще, типа, заходи, блин, касается. Там ждет тебя сюрприз, блин. Safe room? Да, safe room, отлично. Вот это водяная ампула, или что это такое? Security plant. Опять тут рассказывается про лаборатории, про эти опыты, блин, на животных. Security мануал, блин.
Ох, беда, 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 беда. Пленка, пленка лежит. Просто прекрасно. Кстати, красного растения нет у нас? Нет, нету. А ключик-то у нас все-таки сам еще так и висит. Знаете, такое ощущение, что сложность вот поменялась. Не в плане там зомбаков там или что-то. Да, немезиды там все, они сложные, но почему-то нам подозрительно много дают лент. Я понимаю, что это влияет на рейтинг. Да, грубо говоря, чем больше сохранений, тем ниже рейтинг. Но как бы у нас нет цели там каких-то, что-то кого-то перепрыгнуть или еще как-то. А вообще, может быть, нам сами взять этот, он самый вот этот красавец. Пускай пока лежит, если мы напоримся на кого-нибудь, ну, тогда, в принципе, мы перезагрузимся, да, заново попробуем. Ладно, выйдем в эту дверь, посмотрим, что тут. Далеко тоже не надо убегать, потому что нам надо вот этот вот колбу, так скажем, применить. Ух ты! Вы смотрите-ка. Бляха-муха, это где мы? Что тут написано? Смотри, что там написано. Блять, это что такое валяется? Ну что, хочешь сказать, что с ним Зида выйдет, что ли? Какие-то мне баллоны еще подсовывают, спрея. Блин, вы что, издеваетесь? Что за тетрис нахер? Пока ничего не хочу. Хочу пока тут все осмотреть. Опять, блин, очередная тут загадка. Ой, даже не знаю, дорогие друзья. Ух ты. Тут слот какой-то есть. Это типа для карты, что ли? Нет. Ключ засунули, смотрите. А диск? Диск нельзя применить. Плохо. В принципе, все. Попробовать можем, но я не знаю, что тут делать. Вообще не то. Это мы также ставим. Сейчас мы нажмем Б. Б. Давайте вправо попробуем и проверим. Можно, в принципе, попробовать сейчас. Да, блин, не то, не то. Да что ты будешь делать? Ну давайте вправо сделаем, я вот так вот, не знаю. Отсет. Вот так вот влево, как вариант. Я не знаю, почему у нас. Вообще не то. Практически не то. Давайте налево повернем, блин. И проверим.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, помучимся мы тут минут 5-10, что делать-то, в принципе. Давайте два вправо. Сейчас Б нажмем с вами. Да что такое, блин, давай назад. Нам нужна Б сейчас. Право. Еще вправо. Давайте посмотрим, что будет. Вот. Хочу попробовать еще Б. Вот. Нет, вот так вот, да, вот так хочу. Нет, нет, вот. Вот так хочу. Сейчас будет получаться на самом деле. Нет, тут пошла толстая, да, так скажем. Нет, значит надо Б сделать вот так вот. Сейчас покажу. Нет, не то. Еще вращаем. Не то. Так, тоже не то получается. Ну-ка направо. Если вот так вот, так будет двойная. Тут тоже двойная. Может быть, надо попробовать А переделать немножечко по-другому. Допустим, вот. Опять. Нет, это не то. Угу. Так, так, так. Смотрим, смотрим. Ну, блин, я не знаю. Вот так вот, если только нам надо наставлять. Тогда Б надо менять, я вам скажу, дорогие друзья. Видите, у нас как бы тут смысл до загадки понятен, да, что мы накладываем одно на другое, у нас как бы типа вот Тетриса, что ли. О, вот это надо ставить вот так вот. Я думаю, нам надо с вами поменять как-то Б, наверное, все-таки, или А. Я думаю, что Б. Так вот надо ставить. Кстати, кстати, вот, все мы сделали. Мы сделали. Отлично. Все, 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 мои дорогие. Не-не-не. Подожди. Мы же все сделали. Так, опять мы все сбилось у нас, что ли, с вами? Я ничего не понял. Так. Я же вроде только что все сделал. Почему тут все поменялось? Ладно, назад. Сейчас нужно С сделать. Так, так, так. Может вот так? Давайте проверим. Нет. Значит, мы что-то неправильно немножко сделали.
так надо ставить. Вот так вот. Давайте вот так попробуем. Вот не хватает нам, знаете чего? Нам надо как-то УБ. Ох ты, влево сделать что ли? Нет, или вот так вот. Давайте вот так попробуем. Так, тут опять перебор идет. Идет перебор, да? Так, ну, я не знаю. В принципе, блин, загадка-то не такая уж сложная. Назад, давай, назад, давай Б попробуем. Вот нам определенно надо, допустим, нет, это неправильно будет. Тут вот должна тройная стоять, дорогие друзья, потому что она самая высокая. Тут вообще, вообще, если посмотреть, у нас с вами есть три столбика, которые должны совпасть. Это вот, видите, два самых больших. Вот, вот, сейчас совпали столбики. Вот. Опять первое не получается. Опять, видите, три там столбика, да? Ничего не понимаю. Давайте попробуем А убрать, что ли. Нет, не то. Давайте двигать будем. Это тоже неправильно. Тоже неправильно. Вот этот. Нет, не то. Вот. Щелки у нас должны сами оставаться. А, вот. Вот это точно могу сказать, гарант вам даю, что вот А должна быть так. Давайте Б будем пробовать. Б тут должна стоять вот так вот, мне кажется, дорогие друзья. Либо вот так вот. Вот. Вот так должна Б стоять, я вам скажу. А С у нас... Ой-ой-ой, не то нажал. Тороплюсь. Да что ты будешь... Ай, назад. Сейчас все собьется мне, блин. А С вот... С нам надо с вами сейчас, знаете, куда двигать. Вот. Ой, надо щелку вот эту вот закрыть, вторую. Вот, вот так. Вот сейчас у нас с вами все получится. Я просто уверен в этом. Сейчас водичка спустится у нас с вами. Ух ты. Все. Отлично. Я надеюсь... Мы сейчас должны с вами вернуться в комнату, скорее всего, где это, знаете, мы сами. Зомбак там ходил, мы его достать, блин, не могли. Главное, чтобы никакая немезида, сука, не попалась. Меня она бесит, а не это немезида. Долго мы потратили времени на эту загадку, поэтому, блин, давайте сохранимся. Обязательно, просто. Серия у нас с вами затягивается тоже. Блин, я уже торможу, подхожу, блин, к машинке, блин, печатающей. Без ленты. Вот она одна, родная. Сейчас мы сделаем сохранение с вами. Провозились мы долго над этой загадкой, но...
как бы она не такая сложная. Все. Не надо было просто торопиться с самого начала, адекватно подойти к решению к ее. Но я старался, дорогие друзья, честно скажу. Поэтому давайте, дорогие друзья, на этом завершим прохождение этой части. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому не забывайте посетить наш сайт livegamer.ru. Ссылки все будут в описании. Также группа ВКонтакте. Ссылочки все найдете в описании. Также подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии. Обязательно ставьте палец вверх. Ну, вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрите. Ну и всем до новых встреч. Пока.